Друзья, мы наконец-то в Сочи, у нас тут отличная погода. Давайте вылезу с балкона, покажу вам солнышко, если вдруг соскучились. Такая красота у нас. С утра, правда, было не очень, но сейчас все разгулялось. И сейчас 19 градусов. Просто огонь. Что мы сейчас будем делать? Поедем в столовку. В основном там будем питаться. Кухонька здесь маленькая. Да и Катя, я думаю, привыкла все равно к той большой. Да и даже дешевле, мне кажется, нам будет в столовку питаться. Здесь, чтобы что-то готовить, это нужно столько продуктов покупать. Здесь даже масла нету, чтобы там пожарить что-то. Ну да, у нас тут холодильники. Мышь повесилась. Смотри, огонь. Этому тортику 2 месяца. Я думаю, просто вот взмок это и обязательно все. Надо выкинуть, потому что этому просто пипец пришел. Какая-то девчонка просила показать крем. Что за крем? Вот этот. А, ну все, вот показали. Видно? Да, видно. И чё? Ничего, просто она попросила показать, я не сфотографировала, не скинула, вот показала. Ну, у нас тут, может, уже обратили внимание, небольшой срачик. Мы вчера въехали в идеально чистую квартиру, немножечко вот буквально разложились, и вот выглядит все вот так. На Луку пойду без машины. На автобусе прокатишься. В центре Сочи на автобусе как бы ничем не отличается от других городов, но с того места, где живу я, жила... Ты охренеешь. Реально, я тебе говорю, если ты станешь возле окна, оно будет открыто, тебе ветки будут пылиться вот так фигачить. Потому что там очень узко прям. Ну, посмотрим. Я, кстати, давно не гулял вот так вот с рюкзаком. Еще возьмем с собой. Здесь, ну, там телефон, айка, зарядочки, фигадочки. Вопрос, какие из этих домашки? Вот это, ну, вот это гэп и вот это гэп домашки. А вот это? А это вообще твоя, по-моему. А это моя. Да. Все, ты сушишься и готова? Да. Ну, я не буду до конца сушиться, сейчас расчешусь, посмотрю, в каком состоянии волосы. Блин, как же кайфово сейчас на улице, ребята, голубое небо. Блин, кайфе. Мы только с собой познакомились, мы с этого момента начали ждать тепло. И я каждый раз говорила, ну, через месяц, потом говорю, ну, через неделю. А потом я, ну, уже помнишь сколько? Там уже подписчики, если говорить не о чем, типа, люди говорят о погоде. Но нас реально просто это достало. В Америке принято говорить о погоде. Если не поболтала о погоде, ты придурок. Soft talk, да, согласен. И что еще? Может быть, Катюху, говорю, тоже создаст себе когда-нибудь канал. Я уже решила, я уже хочу это сделать, потому что я мечтала, в принципе, об этом очень давно. И я начну что-нибудь снимать. Напишите комменты в поддержку Кати. Я думаю, у нее неплохо получится. Мне в ней еще столько разбираться нужно. Я поставил тебе Full HD, 60 кадров. Ставил туда две флешки по 256 гигов. Ну, просто включи, я покажу. Я что-то в последнее время сильно прям зафанател от Premiere Pro, себе поставил. В ближайшее время буду там монтировать. Ну, мне прям понравилось. Там всякие переходики у меня и прочие штуки. Я думаю, вам зайдет. Последние штрихи, выходим. Здрасте. Здрасте. Я штанишки в хаосе купил за 2000 рублей, джоггеры. Они классные, черные, но есть проблема с тем, что они очень сильно пылятся. Видимо, здесь такая ткань. Вот у меня черная толстовка, юга. В ней пыли особо не садится. И чтобы их почистить полностью, мы уже, наверное, 6 полосочек вот таких потратили. Какой у тебя яркий телефон. Ну, подходит к Сочи. Все, мы готовы валить. Окошко на проветривание поставили. Даже немножко как будто чище стало. Ты все туда просто накатом вот так вот, да, запихнул? Да, здесь полный срач. Все, давай, погнали. Классный автобус смотреть, есть столовку. Сейчас еще очочки, пожалуй, возьму. Ой, какой звук приятный. Надо смазать потом силиконом эти ушки свои. Чпоньк. Я про ушки имел в виду, зеркала. Жарковато все-таки в ней, да? Класс, господи, как долго я этого ждала. Я вчера Андрею говорила, то, что в Сочи погода чувствуется по-другому, когда здесь там 20 градусов, ощущается на 25. И так всегда, возможно, из-за влажности воздуха, я не знаю. Но я это заметила летом, когда тут бывало типа дожди, там, не знаю, 18 градусов, и идешь жарко, как пипец, как жарко. Мне а очень нравится сейчас. Девятнашка, но как будто бы теплее. А вот тут у нас остановочка, прям напротив пятерки. О, и фруктики. Арбузы 120 рублей. Виноградик, груша, нектарины есть, абрикосы. До скольки работаете вы? Вообще до 8 викторин слаще. Тогда одну викторинку. Может, 2 тогда? Дайте 2. Катя и персики. Картина масла. Сейчас прям на месте заценим. Вкусно очень. Вкусно, спасибо. Заходи. Хорошо. Туалетный автобус их не видно. Вот так отсюда я всегда ездила на работу. Только не в 2 часа дня или сколько сейчас? Сколько сейчас время? Да, в 2 часа дня. А в 7 утра. Нам дали. Стоп, нет. Нам нужен калькулятор. Мне сейчас напоминает ситуацию 3, 5, 15, 5.
по-моему, не сказал первым кадром то, что мы сегодня проспали 12 часов. Я меньше. Ну, на сколько? На час? Все, на полтора. Это рекорд. Я не припомню так. Возьмешь? Ну вот за два подноса 715 рублей. Оливьешка, у Кати мясо с рисом, фасоль, компотики, у нее рассольные, петели. Мы такие голодные. Мы вчера толком не ели вечером. И сейчас уже время 2 часа с копейками. Я вообще налетел так на еду, что даже с Катей не общаюсь. Жрать охота копить. Мы сытые, довольные. Будем напитываться витамином D. Нашли лавочку себе. Катюха, Андрюха. Очень прикольно. Прям жарко, слушай. Очень жарко. Я бы даже в шортах сейчас посидел когда, с удовольствием. Когда сидишь, жарко. Когда идешь, ветер прохладный еще чувствуется. Но он с моря, скорее всего. Такая красота. Ну и птички. Немножко тут подзасрали. Я чуть рюкзак сюда не поставил. А мы с Катей продолжаем ходить возле морвокзала. Тормознули тут на камушках посидеть, смотрим море. Тут где-то медуза была. Вон она. Вот. Пик-пик-пик. И морька вам еще. У нас первые потери. Катя только взяла камеру, у нее улетела крышечка. А, ну вон она, да, плавает. Вот. О, там краб, я боюсь. Не, не вижу. Он ползет. Вот. Ты не видел? Нет. Ну ты заснял, ты на камере увидишь потом, приблизь. Я боюсь туда спускаться из-за краба. Ну что, за ноги тебя и туда? Нет, давай сачок попросим у рыбаков. Какой-нибудь. Ну давай, беги до них сама. Крышечка на месте. Попросил молодого человека, вот там в черной майке. Он просто высокий. Он меня за руку взял, я облокотился на камень. Но было все равно стрёмно, потому что я один раз чуть не соскочил. Видела, да? Да, я видела. Там, я пытался, там просто вот тот край, он очень скользкий. Тоже пытался меня держать? Да, за каким образом? Не знаю, держала тебя за вторую руку. Тут еще прикол в том, что эта крышка стоит 2 кэса. Я думал, рублей 300. Офигеть, да? Кусок пластика. Сейчас покупал блок стиков, и мне профессиональную чистку сделали. Вот под таким ракурсом немножко видно. Как будто то купил, и качество курения, конечно, кайф. Но вы не курите, дети, это вредно. Конечно, крутого цвета. Да. Переверни еще раз. Я выложила. Катя вам показывает всю изнанку нашу. Как я снимаю, что я делаю. Подписывайтесь на ее телегу бесплатно. Вот это прикольный прям байк. Вдвоем удобно сидеть. Вот эта подушка достаточно такая здоровая. И есть вот эти штучки, за которые можно держаться. Ну и выглядит он очень круто. Уже интересно потом посмотреть в интернете, сколько стоит. Типа того, это, конечно, вариант для одного человека. Хотя, ты знаешь, мы бы с тобой, наверное, все равно поместились. У меня, кстати, примерно такого размера было в пальцо. Ну, смотри, максималка 60 км в час. Я нарушала, потому что, блин, мне было там 12 лет, и я на нем ездила. Слушай, в деревнях, селах вообще всем пофигу. Я видел пацанов 12-летних, которые на «Жигулях» ездят. Бабушка не разрешала на бетонную дорогу выезжать, а я выезжала. Ах ты какая. Решаю. Вот вам целая галерея пальм. Такая картинка, она создает настроение. Даже если через телефон или компьютер смотришь, это прям здорово. Это я забыла. Катюха тоже что-то снимает. Пойдем, Катюш. Ну блогер, а? Я надеюсь, вы зацените качество с этой камеры, потому что после того, как я кадры посмотрел, мне вообще не хочется на экшен снимать. Да, у нее здоровенный размер, но автономность именно и картинка, это прям пушка страшная. Из-за того, что здесь есть экранчик, и я вижу там Катю, вообще вижу, как я себя снимаю, мне прям не хочется на что-то другое переходить. Я хожу, как дурочка, улыблюсь, потому что я дождалась лета. Поэтому я теперь хожу по улице вот так. Ну это же здорово. Ну, да. А потом привезу тебя в Москву, ты снова на лыкакашке станешь? Нет, я когда приеду в Москву, там уже будет... Да, лето. Мы уже заметили там 20-шка. Вот покажи через... ради интереса. Через 3-4 дня буквально там будет 22 градуса. А когда мы туда... Ладно, ты через 2 недели приедешь, я через 3. Там уже прям конец июня, блин. Вот давно я просто не сидел вот так вот на скамеечке. Я так кайфую, ребят, вообще. Погода замечательная. Конечно, хотелось бы, чтобы мы были в Таиланде. Все равно, смотрите.
просто безоблачно, кайфово. Ну, а Катюха вам строчит всякий контент. Кит, хочу пригласить тебя на свидание. Пойдем, Ролл, посидим. Свидание? Свидание. Если что, здесь самое вкусное в Сочи, но на лагерь. Ну что, бейба моя, выбрал? Ненавижу, когда так говорят. Я специально так сказал. За что? Ты чего меня приблизил? Ну, у нас все просто. Калифорния, Филадельфия, сачок, пепси и у меня еще гёдзе будут. Приятного. Да, такое бывает. А я в детстве любил такие киоски, разглядывать всякую фигню. Надо на какой-нибудь кроссвордец, вон куколки, смотри. Да, можно мне купить кроссворд? Ты их уже покупал. Корейская косметика, класс, только тут эрборио нету. Ну давай возьмем на пробу. Да, вот эту штучку. Это, в общем, ночная маска для губ. Да, как эрборио, только другая. Намного дешевле, она 350 стоит. Так, косарь с чем-то. Да. Ну, держи. Что нам еще надо? Маски, фигаски. Ну, что, нравится? Ощущается по-другому. Это более такая маслянистая, что ли? Я пока не знаю, какой будет эффект, посмотрим попозже. А маме яблочко взяли. Мама сейчас в Москве посмотрит видосик, когда ты отмонтируешь. Быстрее везите, да? Да. Я очень рад, что, приехав в Сочи, мы немножко успокоились. Тут какой-то другой темп. Знаете, в Москве все время носишься, что-то тебе надо. Вот вроде я безработный, но ощущение, что я где-то что-то не успел, не доделал. А здесь ходишь такой на расслабоне, на чиле. Вот я примерно то же самое испытывал, когда жил в Таиланде. Потом приехал в Москву в какой-то день, думаю, ё-моё, как же здесь все быстро, непривычно. Ну и от этого отвыкаешь. Я тоже сейчас не работаю, но я только что Андрею говорила, нахожу дома прям много дел, кучу дел. Вот у меня вроде бы никаких обязанностей нет, но я постоянно либо убираюсь, либо готовлю, либо тортики эти, это занимает кучу времени, я постоянно все делаю как-то дёрганно, слишком быстро, и я почему-то устаю за день. Ничего вроде не сделала, но устала. А здесь так спокойно. Дабл контент. А камера сейчас стояла на вот этом заборчике, поэтому немножко переживал и стоял близко. А мы в море, мол, дойдем, сейчас просто прогуляемся, посмотрим что-нибудь. С ним очень близко находимся. Я не знала, в какой он стороне и долго ли нам придется идти. Думала, сейчас построю маршрут под Багизу и будет минут 40, но нет, 12 минут пешком. Ну, хорошо. Пойдем. Ну, мы целый день с тобой вообще ходим, бродим. Мне нравится. Катя увидела червяка. Ну, классно. Классно. Давай его домой заберем. Дадим ему имя, будем кормить его. Смотри, меня ты так часто называешь. Это ты. А где курица, интересно? Почему такое надпись есть? Бука, я тебя люблю. Или Вика? Бука. Я не знаю, у меня получится или нет. Назад меня спускай. Назад. Ну вот, в золотом яблоке есть эти духи, которые я всем рекомендую. Какие-то другие. Вкуснее нет? Ну, тоже неплохие. Что я бы вам порекомендовал? Акрила Эва. У них поменялся флакон. До этого другое было. Очень вкусно. Ну, что еще вам порекомендовать? Вот такой крем для тела. Офигительный. Катюш, ну что тут увлеклась? Ой, как она любит все эти тюбики пересматривать. Вы бы знали. Какой-то лосьон. Понюхай. Где маска? Это сыворотка. И написано, что
А тут в Сочи он спокойно работает. И даже вывеска на английском. Мне кажется, ее поменяют. Будет «Локситан» написано по-русски. Жарим, так сказать, по целлюлиту. Решили взять две булочки синнабон. Катюш, садись. В чем прикол? С собой дешевле где-то на 100-10-20. Так часто в магазинах делают. Я знала, что это дешевле. Экономию сделать. Просто взять с собой и кушать здесь. Огонь. Ну что, огонек? Я еле слопал ее, ребят. Выпил коктейльчик, у меня есть такая особенность, я вам не рассказывал. Когда сильно наемся, у меня закладывает уши. Ну, на несколько секунд буквально. Катя, конечно, сильно угорала, когда я первый раз услышала. Но есть вот такая как бы тема, да. Сейчас перед походом домой возьмем себе чипсонов к сериальчику, еще семечек, водички, йогуртов. Классная телега у тебя. Тебе удобно? Да, классно же. Да то ничего не влезает, а йогурты куда? Йогурты куда? Сюда же, все поместится. Ты же мне говорила, что поместится. В моих объемах, да, настолько, столько ты берешь. А что, я взял 3 йогурта. Разве это много? Ага, вот таких вот йогурта. Давай. Я думала, вот такой возьмешь. И все. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний день. Сейчас мы сядем, будем смотреть сериал. Очень странные дела. Ну и поедим чипсиков, семечек клюем, йогурт попьем. Почему ты на нас снизу снимаешь? А как надо? Сверху? Вот так вот надо? Просто там кроватка и пакет. А так ничего не видно было.